Привет всем любителям активного образа жизни. На канале Nice Bike будет сейчас распаковка вот такого замечательного фонарика. Понравился он мне внешне, и оказалось, что он действительно хорош функционально. Фонарик легкий, от сети заряжается, работает как пауэрбанк, имеет кучу преимуществ и выглядит замечательно. И самое главное, что его стоимость составляет в розницу что-то около 500 рублей. На сайт еще не добавил. Дальше появится ссылочка со временем с описанием, с переходом в карточку товара. Возможно, сделаю дополнительное фото. И гоу, распаковка. Значит, сетевой кабель. И вот такой красивый фонарик. Сделан под бронзу, выполнен из металла. Такой прям красивый. Вот. Фонарь имеет здесь лампу и кое-что где. Фонарь можно повесить где-то в палатке. А весит, кстати, он не так уж и много. Вес его составляет всего лишь 248 грамм. Что еще? Значит, заряжается он от сети. С одной стороны разъем. С этой стороны есть разъем USB. Сверху есть солнечная панель. Вы можете его зарядить, если вам негде заряжать. Я думаю, что заряжаться будет долго. Но все-таки панелька есть. Не останетесь без света. И здесь у него есть ручечка. И светит он примерно так. То есть он имеет такой синеватый, правда, свет. Светит достаточно ярко. Можно на расстоянии, ну, можно выйти, прям все, посмотреть. Есть хороший пучок луч. Можно посветить. Яркость у него одна только. Если вам хочется его сделать в виде ночничка, вы его вытаскиваете, и у вас вот такой светильничек. Вы можете включить и свет снизу, и имея светильник, то есть снизу подсвечивать и вокруг. Колба пластиковая. Закрыли, он потух. Вот такое чудо техники. Значит, что тут пишут? 1 ватт, 6 LED. Перезаряжаемый кемпинговый фонарь, солнечная батарея, то, о чем я говорил. Работает, может заряжать от сети 110-220 вольт. Ну, такая коробчонка. Коробчонки больше ничего нет. Вот хотелось с вами этой штучкой поделиться. Тоже сейчас лето, сейчас хорошо. Можно ехать куда-то на природу. Ну и остаться без света не хотелось бы в темное время суток. Все. На этом все. Всем, кому интересно, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всегда буду рад с вами пообщаться. До скорых встреч на канале. Пока.